Всех приветствую, друзья. Приехали мы. Из Херкевер. Из Илеон. Сейчас вам покажу закупку. Один свет оставлю. Всем привет. Так. Также мы заходили к дочке. Я вам потом это все поставлю, всю нашу поездку. Просто хочу быстренько показать, что мы взяли Хана Форде. Так. Сейчас возьму свой ресит. Маслины, маленькие помидорки. А это мы взяли варенку немецкую, ну как бы German style. Нарезали нам ее. Конечно, она не такая, как наша, но ее можно кушать. Взяли такие тосты. И крабовые палочки я буду завтра готовить. Салатики. Картошка написана Golden Potato. Также взяли, муж взял 2 пива. И вот такой простой багет. В Хана Форде. Я заплатила за это, за 43 доллара 14 центов. В общем, недешево. А зато в Алди мы набрали вот эти 2 сумки, кучу сыров набрали. Кола и яйца тоже из Алди. И в Алди мы заплатили 117 долларов. Видите, какая разница? Вот это Хана Форд. Вот эти 2 сумки из Алди. Вот. Сейчас покажу продукты из Алди. Немножечко я отодвину. Так. Перец, лук, морковь, такие палочки, итальянские. Зеленый лук, огурцы, фисташки, а это кусь-кусь, это каша, которую мы варим и кушаем. Редиска, кофе, груши.
мандарины и еще упаковка лука. Вот это вот сладкий лук, а это обыкновенный. Ну и мандарины. Так, дальше. Ну, это на Новый год. Шоколад. Еще кускус. Еще помидоры. Еще лук. Еще шоколад. Клубника, малина. Орешки кэшью, honey roasted, они жареные с медом. Еще кускус, сливочное масло, и вот это люди сыры, пармезан. Один, второй. Вот этот кусок стоит $5. Это швейцарский сыр. Вот это фета, которая у нас тут 10 стоит, а там 3 с копейками. Вот это чеддер чиз. Сейчас я смотрю, где он сделан. Короче, европейский традиционный. Дальше. Бри. Это я буду делать один рецептик. Сыр с грушами. Еще один сыр. И вот такую вот крабовый дип называется. По-другому назовем намазкой, но это крабовый дип. То есть ты что-то берешь, или крекерс, или это, и ты окунаешь в эту намазку. И вот это вот все в 2,5-3 раза больше мне обошлось $115. Так как, естественно, нам надо будет что-то кушать, на Новый год накрывать. Ну, я уже придумала такое меню легкое. Завтра буду готовить, и вы будете видеть, что я буду делать. Всем пока-пока. Большое спасибо за внимание. С вами была Жанна.